Крыму на аукционе сегодня продали санаторий «Фарос», ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Это первый объект из имущества главы «Приватбанка» из тех, что были национализированы осенью 2014-го. Санаторий, расположенный в Большой Ялте, ушел с молотка за 1 428 000 000 рублей. Вырученные средства, как говорят власти республики, теперь направят на выплату компенсации крымчанам, пострадавшим от действий украинских банков. Деньги начнут выдавать уже в этом месяце. Покупатель, здравница, Федерация независимых профсоюзов Татарстана обещают в течение года привести объект в порядок. Сейчас и корпуса, и территория в плачевном состоянии. В планах нового владельца восстановить и лечебную базу так, чтобы санаторий «Фарос» мог круглогодично принимать отдыхающих.